Прошел год. Питер изменился до неузнаваемости. Построили новые дома, новые районы. Правительство раскусило всю аферу и решило снять Фаст с президента. Уголек и Фаст остаются в нищете. Им правительство выделяет однокомнатную квартиру в самом убогом и грязном районе Питера. Их ждет обнуление счета. И по пути развития наши персонажи пытаются заработать денег и попробовать себя в разных сферах работ. И дойти, наконец-то, к той цели, о которой вы узнаете в конце сериала. Дата выхода второго сезона 1 марта 2022 года.